Всем привет, я на канале Марки, сегодня у нас будет игра Бобрик. Помните? Ну, вам он понравился. Конечно, вначале неудачно как-то получилось. Чешитесь сюда. Все. Давайте сделаем небольшой эту часть, ну, если что, переключитесь на другую, потому что тут есть еще одна, только уже 18 минут. Ах ты олень сутулый, сейчас забьем тебя. Все, кристаллик, я думаю, мне хватит. Что ты олень? Сейчас я тебе покажу, там вам понравился этот бобрик, судя по если наберется просмотра три на этом видео, я выпущу еще одну часть бобрика. Он кикнул бобрика. Все, давай. Самое главное, набрали целых 6 просмотров. Если наберется за недельку 3 просмотра, то уже новую часть делали. Ну, этот бублик мне тоже чуть-чуть нравится. Статусовский. Ой, родинчики. Толкают меня, только мешают, блин, там еще бобрик, ладно, нет. Не буду подходить к твоей руке. Эта штука мне понравилась. Ладно. Ну, как раз 5 минут бобрика было.
Это уже, ну, моя маленькая вселенная. Мы давно достаточно не играли. Я не понимаю, как портал активировать. Я просто не понимаю. Достроиться куда только можно будет тогда. Потом, может, там как раз и будут вот эти ключики, потом кирку обменяют там. Минутка, что вы... Да, блин, достали эти крокодилы. Целая тысяча. Да, блин, достали эти скелетроны. Видите, я сюда только не строился. 50 пробок. Ладно. Да, блин, достали эти скелеты. Уже 62 пробки. Ну, видите, тут не просто. О, видите, плюс 12. Видите, там половина корабля. Ну, уже закончилось. Ну, это уже неплохо. Да. Да. Неплохо, целых 130. И половина корабля. Это скелет вялый. Ну, а теперь уже 150. Это реально 150. Давай добывать, ну как... Вы видите, как только мы добываем, они сразу регенятся. Мы больше половины уже добыли. Осталось только 10. Все. Видите, вон моряк. Всего одна клеточка от моряка. Получается, в этом биоме ничего нету там. Дерево надо платить. Блин, достали эти скелеты. Слава богу, я близко. Блин, достали. Только и делают, что бьют тебе. Я хотел, кстати, меч прокачать. Давай прокачаем. Вот. Фигня полная. Ну давай уже прокачать до нового уровня, а то у меня ну камень, а сути он не нужен. Ну будем строиться как можем. Давай все переплавляем. И у нас хоть так хватит. Это прикольно. Все, с новым мечом оберегайте меня. Ну блин, мне надо новый меч. Думаю, для скелетронова-то ничего. Блин, достали тут появляться и появляться. Только одного захостил. Уже несколько прибывалось. Все. Захорошу.
Согасил. Ну. Ну, видите? Тут никак нельзя разбиваться. Тут тоже никак. Я не понимаю приколов. Я потратил все монетки, скорее всего. Повезло. Повезло. Что снова не чем? Я потрогаюсь, не видите? А мы в обычный портал не заглядывали. Он был уже там, зайдем и выйдем. Как сказать, чтобы... Блин, я ору со скоростью света. Это точно то. Теперь точно то. Ну, это была другая игра про качку. Я так и не понял, как эти две штуки мне в каком месте достать. Мы на планете получались как только можем, там как только можем. Не понимаю прикола. А может мне дадут за то, что я вышел, мне дадут все эти штуки. Ну, возможно. Не дадут. Не дали. Ну ладно, что я опять трачу вес. А хотя ничего не изменилось, по-моему, а то это не надо было. Не понимаю, просто прикольно. Давай там еще обыщу. Вот это последний вариант с порталом, что он там открылся на новую планету. Ну там что-то не видно. Так. Ну может надо босса побить? Я этим хотел заняться, но просто я хотел новую вещь, забыл про это и так получилось. Ну, мы должны победить босса. Должны победить этого босса. Ну пошел ты. Вон там я один ключик, вон там забираю. Вот этот косяк вырубил тебя. Скажу, ты не скучал. Позорка наступила. Ну блин, не получилось наступить. О, как вам не прикажете добывать урну? Вообще не знаю, что это. И ну как его достать? Надо будет на скоро. Не надо, ну как-то узнать. Где это добыть?
где это добыть, как это достать. Хорошо, гляну. Наверное, с него мне выпадет. Все-таки прибил, но там осталось просто капельку, просто мини-капелюшечку. Я его прибью. Может, с него выпадет несколько, а потом, скорее всего, это мостик, потом заплачу это, потом там появится из меня. Вот лифт, механизм того-то изрезать. Вот он. Да, я был прав. Ну, как я ожидалась, потом, скорее всего, еще надо... А если это руда? Если это руда, то я знаю, что делать. Скорее всего, так не сидят. Ладно, замедление времени не использую. Ну, вы слышите это? Что это за вид? Блин, я тут видео снимаю полчаса. Кстати, на одно видео уходит около часа времени. Реально, час одно видео снимаю. Загружаю. Ну реально, там его надо загружать. Если, например, если видео 3 минуты, то тогда оно загружается. Минутку две. Если оно 30 минут, оно будет загружаться 2-3 часа. Реально. 2-3 часа будет. Так что... Ну, давай скажу, как снимать видео. Заходишь. Ну, можешь делать снимки экрана или нет. Ну вот... Этот снимок экрана, видите его? Там видно даже сколько... Видите, тут можно останавливать. Там конец делать видео. Ну, щетку сделать. Добавить щетку. Поняли, что тут много всего. Ну, некоторые приложения звук не очень, если честно, а некоторые неплохой звук. Потому что, ну, слышите этот звук? Вот так. Ну, иногда вот так бывает. Это практически не слышно в реальной жизни. А тут слушай, все равно не наслушайся. Ну, вы сейчас слышите это. Что за бой? Слышите, бухтят. Это вызванный пум. Потом они сами себе будут бухтеть. Какие мы дебилы. Вы это посмотрите? Ну, тут бобрик, кстати, был. Помните, можете опять перемотать и бобрика глянуть. Надо еще 3000 накопать.
камешка. Давай новую кирасу сделаю. А то, скорее всего, это руда будет, ну. Потом дальше будем строиться, строиться и строиться. Так мы достали от те пауки. Прикол. Достали эти пауки. А 10-й уровень меча. Я, наверное, я